Вот как проявляется этот распространенный дефект кассетных механизмов Technics. Вот, например, в одну сторону у нас все работает нормально. Включаем обратную. Все отключается, выходит ошибка F3. Сейчас мы это будем чинить. Так, вот мы тут, по идее, должны надавить сюда. И вот шестереночка должна надавить на нее в обратном направлении. Попробуем. Еще барахлят датчики. Определение наличия кассеты. Вот они там у нас. Датчик. Попробую пшикнуть туда. Очистителем контактов. Собираем в обратном порядке, вставляем группу контактов, соединяющих дисплей и кассетную деку аккуратненько. Там она вставилась уже у нас. Шлейфики на место. Закручиваем этот болтик, придерживающий основную плату. Потом два болтика снизу. Я так понял, эта беда происходит практически со всеми техниксами 90-х годов выпуска. По идее, там можно подпаять, и она никогда вообще выскакивать не будет.
Теперь проверяем. Направление вперед. Направление назад. В оба направления работает.